О, кто знает, что это за дом, ребят? Правильно. Это первые мои инвестиции в городе Сочи. Это жилой комплекс «Богатырь». Мы сейчас с вами неподалеку находимся на переулке Горном. И я хочу вам показать два дома. Ну, покажу один, потому что тут два дома одинаковые. Почему я решил именно показать их в продаже? Ведь я особо недвижимостью не занимаюсь. Ну, потому что есть люди, которые спрашивают меня: Елисей, а где купить дом в хорошей локации? Хорошая локация — это означает, что вся инфраструктура развитая, будет в пешей доступности. Например, дойти пешком до магазина, до сетевого, дойти до остановки общественного транспорта, до школы, до садика, все пешком. Это хорошая локация, микрорайон веселая, практически Сириус, он граничит здесь через дорогу улицы Урожайной. И вот такие вот два домика в стиле шале с отличным подъездом. Буквально от улицы самой Урожайной здесь где-то 100 метров. И мы, поднимаясь вверх, на небольшую такую возвышенность попадаем в уютный такой вот, смотрите, пятачок домов, которые здесь уже построены, да? И с собственным заездом, откатными воротами и облагороженной территорией. Посмотрите, какой дом. Прежде чем мы в него войдем, мы, конечно же, посмотрим территорию. Сама территория 3,5 сотки земельный участок, естественно, ИЖС. С коммуникациями здесь все в порядке. Локальные очистные сооружения, центральный водопровод, 15 киловатт электроэнергии. И, конечно же, в этом доме подключен газ. Я очень люблю дома, которые сразу подключают к газу и продают. Потому что, что касаемо, допустим, подогрева бассейна, который здесь есть, что касаемо подогрева дома, потому что он каркасно-монолитный, с газом будет вот так и будет не очень дорого. Итак, дамы и господа, 200 квадратных метров удовольствия вот такого вот. Сразу, да, давайте я сразу, наверное, цену расскажу, потому что многим будет интересно. Цена 37,5 миллионов рублей. Дорого это или нет, пишите в комментариях. Но я считаю, что сейчас, ну, такие цены, к сожалению, дом такого качества с уже вложенной придомовой территорией редко попадаются за такую цену. Давайте посмотрим. Так, два этажа. Начнем, наверное, справа налево. Здесь расположен уже, обратите внимание, вот такой вот большой подогреваемый бассейн. Вот это все уже в плитке сделано. Заход, подсветка, система фильтрации, всего остального, да, туи посажены. Брусчатка качественная, кстати, и здесь сделали террасную доску, то есть вот в этой части. Можно ходить пешком, потому что здесь все чисто, красиво. И по соседству еще один точно такой же дом, с точно такой же территорией, и цена его та же самая. Здесь есть выход на эту террасу, мы к нему вернемся чуть позже, когда будем заходить в дом и посмотрим саму планировку. Уже все сделано, посмотрите, навес здесь, то есть вы можете зону какой-то отдыха предусмотреть. Что сбоку, с другого боку тоже есть такая же зона, которая предусматривает какую-то зону отдыха. Может быть, игровой зоны в том числе. Здесь посажены какие-то растения, дерево вижу. Также локально очистные сооружения. Это, скорее всего, под бассейн. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Что-то здесь фильтрация какая-то. Вот. И здесь у нас получается газовый счетчик. Я так понимаю, котельная. Давайте зайдем посмотрим. Да, вот здесь вот газовый котел. Плиткой все сделано. Все подключено. В принципе, готово к тому, чтобы подключить дом к тому отоплению, которое вы предусмотрите собственному. Также здесь озеленение. Вода сюда выведена для того, чтобы вы, возможно, не только поливом занимались, но и использовали вот эту вот территорию. Возможно, не под парковку, а под, допустим, летнюю кухню. Почему бы нет? Лавочки, там какую-то ротанговую мебель поставить, может, диваны. И кайфовать в тенечке под вот таким вот навесом красивым, который сделали. Обалденная здесь отделка дорогой краской, также видите искусственный камень, ливневки все предусмотрели, даже выключатель, посмотрите, все здесь работает. Раз включатель, все выключает. Также система видеонаблюдения. Итак, заходим мы теперь в дом. Хорошая входная дверь, посмотрите, достойная.
тяжелая, массивная. Перед ремонтом, который мы вам можем помочь сделать, ее нужно будет хорошенько укрыть. Итак, заходим в дом. И если кто-то смотрел наши обзоры, если кто-то видел дом Александра Шапурова, который с ремонтом уже потом продал и уехал на Кипр, вот это точно такой же дом. Вот такой же дом. Поэтому планировка, она может немножко как бы меняться, но в целом по качеству это все одинаково. То есть комната с панорамным остеклением в пол. Раз. Полноценный блок, то есть перегородочный. Полноценный блок сделан. Лестница на второй этаж, мы на нее сейчас чуть позже зайдем. Следующая комната, ну ее можно использовать, пожалуй, как санузел, потому что здесь есть канализация, вода. Вот. И идет стояк для того, чтобы на второй этаж проходил. И еще одна комната. Ее можно использовать, например, как гардеробную. Да? Вот на первый этаж пришли. Здесь, в принципе, панорамных остеклений не нужно. Везде шкафы, купе можно там какие-то сделать. Полки и на первом этаже, чтобы места хранения у вас тут были. Также здесь под лестницей можно оборудовать какие-то тоже места хранения. Здесь, скорее всего, счетчики, если я не ошибаюсь. Не будем туда, наверное, лазить или как? Ага, вот, да. Здесь система видеонаблюдения подключаемая. Так, идем дальше с вами. И попадаем вот в такую просторную кухню-гостиную. Кухня здесь, так же, как у Александра было сделано. Здесь была гостиная. То есть телевизор, диван, вид на бассейн. И теневая такая вот сторона, чтобы не было жарко, вообще хорошо. А ровные потолки, посмотрите, здесь нет ригельной вот этой вот системы с колоннами. Вся она скрытого монтажа, сделана очень качественно. И, в принципе, ну, вот эти вот все дома в стиле шале этого проекта, этого же застройщика, они прям выделяются от других именно качеством. Поэтому эти дома хорошо покупают. Также есть выход, то есть открыли, вышли на террасу. Вот здесь тоже можно сделать, типа, отдыха, может быть, что-то для детей предусмотреть. А можно и кухню, как я сказал, в ту сторону сделать. На второй этаж мы поднимаемся на бетонной лестнице. Обратите внимание, какая здесь высота. То есть застройщик правильно предусмотрел, чтобы не биться головой. И также предусмотрел световое окно. На втором этаже вся та же у нас планировка с комнатами. 4 их штуки. Скошенные крыши деревянного потолка. Они утепленные. И есть выход на балкон. Вот раз комната. Выходим на балкон. Здесь у нас балкон уже в керамограните. Вид здесь есть на горы. Вот это у нас получается летняя резиденция. Рядом у нас школа. То есть пешая доступность буквально минут, наверное, 10. Там же садик, жилой комплекс. Фрукты. Пожалуйста. Также вы можете приобрести и там. По цене, допустим, квартиры 25 миллионов за двухкомнатную. Да? А здесь у вас 200 квадратных метров. То есть цена очень даже как бы достойна, с учетом того, что уже есть и бассейн, и все остальное. Так, вот это у нас, ну, наверное, тоже гардеробная наверху, либо санузел еще один. Вот здесь выход есть для возможности подключения санузла. Следующая комната спальная. Уже другой здесь вид. Вид, кстати, здесь неплохой. А знаете почему? Ну, не потому, что здесь бассейн, вовсе нет, хотя это тоже не может определенно не радовать, а потому, что здесь вид на Олимпийский парк. Вечером здесь у вас будет красота. Будете следить за поющими фонтанами. Здорово. Так, и еще один балкон, аналогичный спальной комнаты. Окна, кстати, тонированные. В окно вам смотреть никто не будет, вас не заметит. И еще то же самое. Еще одно окно и выход. Кстати, видите, также есть окошечко для проветривания. Равно как и там. Все то же самое. Так, ну что,
Можно было бы пойти и в этот дом, но они идентичны, поэтому я не буду этого делать. 3,5 сотки земли, 37,5 миллионов рублей, и вот такая отделка, и вот такая придомовая территория. И если вы, конечно, будете покупать через нас, через нашу компанию, то мы сделаем вам существенную скидку. Нет, не на дом. Мы существенную скидку сделаем вам на ремонт этого дома, поверьте мне. Поэтому, если кто-то видел ранее, например, эти обзоры и так далее, и думали, с кем сделать ремонт, еще и сэкономить денег, пожалуйста, к нам обращайтесь, мы вам поможем. По поводу стоимости ремонта. Ребят, мы как-то делали обзор по подбору чистового материала. Михаил этим вопросом занимался. Вот, и у нас вышла типа формула, что небольшая площадь квартиры, буквально 25 квадратных метров, а под ключ обойдется вам в 35 тысяч за квадратный метр. Это вместе с материалами, с сантехникой, но без мебели. Здесь 200 квадратных метров. И если за 35 тысяч рублей считать ремонт, то он здесь будет достаточно хороший. За 35 тысяч под ключ. Почему? Потому что мы считали в 25 квадратных метров, соответственно, санузел, соответственно, плитку, соответственно, сантехнику. А здесь, извините, в 10 раз почти, ну, в 8 раз больше квадратуры, всего 2 санузла. Поэтому я думаю, что достойный ремонт за эти деньги у вас, в принципе, будет. Поэтому мы вам поможем. Звоните, если заинтересовало это предложение. Или если вы купили квартиру, купили дом и хотите сделать хороший качественный ремонт. Ремонт можете, кстати, посмотреть на канале у нашего коллеги Александра Шапурова. Мы делали точно такой же дом. Хороший евроремонт, ему понравился. И, соответственно, это лучшая характеристика нашей работы, когда нас могут рекомендовать. В общем, вот такие вот дела. Звоните, пишите. Цифры на экране увидите. Это номер, по которому вы со мной связываетесь. И я решаю ваши вопросы, задачи и так далее. Пока!